Всем привет! Сегодня попробуем рассмотреть новую морфу эмблеров Эль Венесуэла. Это совершенно точно необычные венесуэльские гуппи, которых много продается. И не Эль Тигра Капома, окрас отличается. У мальчишек немножко можно рассмотреть продолжение меча на хвосте. И самочки от Эль Капома Тигра отличаются очень сильно. У них хвостики с пестрым окрасом. У взрослых уже. У молодых самочек этого еще не видно. У взрослых именно вот такие хвостики. Морфа достаточно новая. Только начинают разводиться. Посмотрим, что там будет. Но пока что молодежь соответствует по окрасу родителям.